Одна обычная московская змея чуть не стала причиной инфаркта пожилой женщины. Питон был очень голоден и одинок. Женщина наткнулась на змею в ванной, когда приехала погостить к своим детям в высотку на Котельнической набережной. Оказалось, что питон принадлежал им, но месяц назад змея уползла, и хозяева про нее благополучно забыли. Весь месяц питон провел в сливе, питаясь лишь одним святым духом или чем-нибудь еще, но вот сегодня решил вылезти, чем и напугал пенсионерку. Женщина вызвала спасателей, и они посадили питона в коробку. Сообщается, что бабушка при этом не пострадала, если не учитывать сильный испуг.